чел ногами играет. Супер Марио, а играйте. Так будешь обычно руками играть. Супер Марио тема. Угу. Где-то там, да? С двух сторон, походу, что ли? Блять. Очко жим-жим. У меня немного. Не, ну заходи тут. Тут надо заходить, блин. Он где-то вот тут вот сидит. Твоя! Еще один. Нет, давай-ка. Давай-ка, блядь, не так быстро, пожалуйста. Готов. Так, давай-ка, короче, ствол. Просто, чтобы был. Это типа стрим шортс. Да, стрим шортс, но у него еще идет и обычный. Да? Сразу два стрима. Движение прямо! Еще один готов. Я с обычного смотрю. Надо хиляться, пацаны. Я столько не вывезу за раз пачку такую. Я в шортсах сижу. Поворачивайся перед камерой лучше, а то попадут. Это точно, братан. Два раз попадается уже. Так, ну это, блин, это, слушай, это надо их идти наверх и наказывать за такую дерзость, как считается. Блин, меня сейчас накажут. За такую дерзость. Ты его завалил, оказывается. Ты в реках, товарищ Зазеппа. Да, но да. О! И тут меня рекомендуют. Это хорошо. Это хорошо, это мне нравится. Подожди, где этот товарищ вообще потерялся? Это хорошо, от него убегал там через эту дырку. В полу. Это бот просто. А то... Ну что, завод вынесли, получается. Жетоны с них пособирать тогда. Что там, ВСС у тебя? Я лучше эти наушники. А что без оптики? Надо брать пулемет и делать рата-та-та-та по врагам. Блять, мне сейчас тут рата-та-та по-папа, блять, не сделали. Это было очково, это было опасно. Так, у меня ручонок нету. Согласен, режим Рэмбо активите. Пулемет нельзя купить, жалко. Да, 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 нельзя. Нет, конечно, можно, но это типа этот 5.45 этот ПКшный. Вернулся, иначе 100% убили бы. Братан, у меня вот тут шрам остался. Персонаж звездочка, звездочка, звездочка хочет, вон как стонет. Да, хочет.
ну ладно, получается. Получается как-то так, я не знаю. Мне кажется, тут вот уже ЧВК-шеров типа не будет. Там ботинок. Режим мувимейкера включен. Какая звездочка? Я написал, какать хочет. Ты куда пошел? На выход как бы шел. Цензура, блин. Блять, да ну тебя нахрен, а? Я тут нормально уже так подзаводил, пацанов. Да. Уворачивайся лучше, а то капец будет. Короче, я пошел. Всем спасибо, все свободны. Давайте, короче, что-нибудь еще, какой-нибудь челлендж, какой-нибудь пушка, я не знаю, там, какой придумается. Можно вообще без пушки. Я тут на заводе тоже выживал. Не, не выживал, я там на таможне там этот Zero to Hero делал. Чисто с топором на завод. Четыре, пять. Ладно. С дробовиками. С дробовиками. Ну, кстати, у меня тут была попытка там на двухстволке поиграть. Тадилу я там убил с двухстволки. Ну, можно какой-нибудь получше дробовик, конечно, взять.